Можно, конечно, поизощряться в оригинальности описания художественного творчества Сергея Шнурова, но превзойти самого автора вряд ли возможно. Он придумал свой бренд «Реализм» 10 лет назад, и вот уже выставка «Ретроспектива». Рок-музыкант, не стесняясь, называет себя художником с большой буквы. Нетрудно догадаться, с какой. И все знают, что Шнуров еще является и современным художником, который представляет здесь не только картины, но и арт-объекты. И выставка у нас представлена на двух этажах, она масштабная. Некоторые работы весят 50 килограмм и больше, некоторые арт-объекты. Конечно, многие его работы вызывают вопросы, есть работы спорные. Но что можно отметить сразу, да, то, что художник не врет. Он излагает ту свою концепцию, которая родилась в его душе. Ирония к брендомании осязаемая и яркая. Шнуров шутит вполне художественно-профессионально. Он окончил Ленинградский инженерно-строительный институт и реставрационный лицей, где получил специальность реставратора по дереву. Прежде всего, Сергею Шнурову принадлежит идея тех работ, которые здесь представлены, но многие работы выполнены специалистами в тех или иных направлениях. Не все техники, да, тут и живопись, тут есть и вязаные работы, тут есть инсталляции, да, не все техники он освоил сам. Ретроспектива откроется в пятницу, но культурный шок доведется испытать не всем. У бренд-реализма Шнурова привычный для его музыки бренд 18+. Галина Белоусова, Анатолий Рашевский, Дон-24, Ростов-на-Дону.